стафилококк горла. Здесь необходимо принять некий ряд мер для борьбы с ним. Что вам понадобится? Вам понадобится зверобой и шалфей. По столовой ложке каждого ингредиента берете. На пол-литровый термос завариваете час. В течение дня пропиваете через каждые 2 часа по 30-50 мл. То есть, если это ребенок, 30 мл, если это взрослый, 50 мл. Плюс данным отваром полоскайте горло. Следующее, вам понадобится сосновая живица. Данную живицу рассасывайте, разжевывайте. Сок из нее проглатываете. Саму живицу выплевываете, когда она вкус потеряет. Затем берете 50 грамм прополиса и 0,5 кг сливочного масла. Это все дело растапливаете все вместе и по чайной ложке каждое утро употребляете. Ложку данного продукта природы, который вы приготовили, и закусываете ложкой меда. Выздоравливаете.